Так, все, нам кинули уже запрос в третий раз, мы же принимать и... Все, матч запустился, пацаны, все, поехали. Так, сделаем. Команда у него довольно слабая, так что, я думаю, можно будет побеждать. Не можно, а нужно будет. Потому что состав у меня, ну, несколько раз лучше, чем его. И дороже в 11 раз. Так, все, Дани. Дани Себалос. Бумиянг. Полетел. Какой же я лох, конечно. Мог открывать счет и это же делаю. Дэвид избивает с углового, у нас 92-й рейт избивает с головы. Я думаю, в этом матче будет больше 10 голов. Если я, конечно, так пойду, если буду каждые 9 минут игрового времени забивать, будет ровно 10 голов. Так, ждем развода нашего человека, нашего соперника. Бумьянг зацепился. Окей. Сака. Бумьянг. Азил. Сака. Сака. Надо вот Сака пасовать. А не Пареха. Так. Эд Луис. Все. Эктробелерин. Молодчина. Эпи сюда. Азил. Гнабри. Бумьянг. Удар. Гол. Я не знаю, что он со своей защитой делает. Он кто-то убирает, что ли. Потому что, ну, пока это будет совсем, ну, изи. Ну, это видно, у человека хуже команда много, чем у меня. И он что-то делает непонятно с защитой. И даже непонятно, ну, мне, что он делает. У меня Сака 90 пейс. Сюда Азил. Азил забивает. 3-0, 27 минута. Я даже не радуюсь. Я не говорю, что соперник слабый, просто команда какая-то. Ну, даже не интересно уже играть. Зачем? Мне кажется, этот соперник уже перестал играть. Азил. Так. Калашинец. Вот Калашинец, просто только не фали, потому что я не хочу, чтобы ты... Оу! Не было фола, ничего себе. Ну, сухие матчи. Та твою налево. Второй пенальти за два матча. Отбил пенальти. Вратарище. Так, убивает. Азил не успевает принять. Донеси Балас на Бумьянга. Бумьянг назад не успевает. Трейра. Сака. Азил. Пепе. Сака. Второй гол от Сака на этом турнире. 45 минута, 4-0. Увереннейшая победа. Мне пока что все нравится. Мой защитник, мой соперник не смог мне забить пенальти, и это, грубо говоря, позор. То, что пенальти не забить. Так, Абумиянг сюда. Азил, Абумиянг сюда. Азил, убегай. Удар, гол. Второй гол Азила в этом матче. Молодчина просто. Я же говорю, у нас офигенная просто команда. От Азил, от Бумьянга. Пас и побежал. 5-0, 48 минута. Доводим счет до разгромного. Сюда вперед. Перехват идет. Подкат неудачный.
Ой, как меня вырезают. Ну, калашин 102 пейс. Молодчина. Пас. Назад. Азил. Молодчина, все. Азил один. Хэт-трик Азила в этом матче. Человек, который говорил... Ой, Азил на нападающем, это Георгий, если не ошибаюсь, его звали. Хэт-трик Азила, как вы видите. Просто сколько перса музыки вставлять для голов. Я уже не понимаю, сколько. Это похоже на матч Баварии с Барселоной. Только эти мячи еще безответные. Рейра, давай беги. Эстуис. Молодчина. Абумиянг опять вылетает. Гол, Абумиянг. Если не ошибаюсь, дубль в этом матче. Самая забивающая пара нападающих на этом турнире. Абумиян плюс Азил. Забили уже вместе 5 мячей. Сака перекрывать. Сака. Тенсиболос и... Так, у кого мяч? Мяч у него. Сака. Сака должен крыть. Сака кроет. Сака не докрывает. Калашинац. Калашинац нужно сейчас. Полить. Нет, все, фрить не надо. Абумияк на Азила. Азил сюда. Пепе, у тебя 104 пейс. На. Ой, какой красивый бы гол получился. На. Ой, сейв. Уже мой соперник вышел, потому что, ну... Бесполезно такой счет. Нет, еще не вышел. Все. Матч закончился счетом 7-0. Очень много моментов я потерял. Очень много. Допустим, тот момент, который сейчас выходил 1-1. 11 ударов, 9 створ, 7 голов, 84 пас и владение 61%. Как вам понравился этот видос, пацаны? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, рассказывайте друзьям. То что, всем, с вами был Кай, всем удачи и всем пока.